23 декабря в 3 часа 32 минуты на центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о задымлении в турбинном цехе главного корпуса ТЭЦ-1 города Улан-Удэ. Организовано реагирование пожарно-спасательных подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара номер 4. Через 7 минут с момента сообщения первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Благодаря оперативным профессиональным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки локализовать и в дальнейшем ликвидировать возгорание на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ. Пострадавших и травмированных среди персонала личного состава подразделения нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Пожар повлиял на функционирование ТЭЦ-1, введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения. Проводятся работы по скорейшему восстановлению работоспособности объекта. Потому что мы-то здесь были, здесь тоже открыто продается.